Так, ну и РС-очку ебанем. РС сначала, потом ссылка. Кинь там пати. Можно спросить, у вас фул уже? Сейчас посмотрим. Кому пати? Вот, в гильдии написал. Что, тебе я лида даю? Угу. Так, что это у нас получается? Кто почилить хочет? Я могу пощелить. Да не, хуёво будет. Ты спросил, кто почилить хочет? Кто-то слабый. Кто почилить хочет? Да. Да не, бля, вы... Мне отсюда ничего не надо, типа я могу посидеть. Да мне так-то тоже нихуя не надо, надо, чтобы рейд не говно был. Чтобы на фул все пронеслось. Скифка танчил на фул, целка с РС-кой в танке. Целка, да, РС-ка во тьме не танчил. Но на этом, как бы, на X4 нет, на X2, да. А там то же самое. Ладно, да, это самое, знаю. Если я свичну, допустим, топу, ты это недалеко будешь, да? А свистофляга и мутфокс с КД, правильно? Не, у меня кулданов нету. У меня просто на замене. Ага. Так ТРС-ку тоже могу почилить, хули нет. Кто это? Скифка. Скифка. Ну... блять. Просто, как бы, МТУТ, гляжу, есть, а ДДшный спек у меня сраненький. Давай тогда топу возьмем, чтоб нормально. Возьмите вы вара, он вам будет накидывать, если 20% это... Блядь, да, да, в принципе, можно, пускай тогда. Только ты не уходи далеко. Че, значит, у вас места нету, да? Че нету? Места нету, подали. А кто хочет? Кто хочет? Шипы? Сколько даешь? Во, я почелю там. Блин, да я хрен его знает. Ну как это хрен знает? Ну, двенашку должен давать. Так. А что это смотрит, ты здесь танков, помойка? Миддарк, я вчера с вами был. А, это Миддарк, понял? Да, да, да. Ну давай Биг Дэм тоже тогда. Почили, только не уходите далеко. Если вдруг... Миддарк вроде пятнашку давал. Если вдруг какая-то хуйня произойдет, топа с Биг Дэмом на замене. Чтобы... Я тоже, если что, тут на замене сижу. Портал. Ага. Ну, только зашел. Маги, дайте портал. Хватит кастовать свои стрелы. Пусть. Портал нельзя кастовать в бою. Все, жди, пока мобы умрут. Так, кто сейчас в танках? Скифка. Упмастер, Линвер, нормально. Рарник еще в танке. Ну это уже дохуя. Может в ДНС прыгать. Так. Где Миддарк? Не вижу. Плюсанул он, нет? А вот он. Судорога это. Переизбыток танков в гильдии. Ну, блять, переизбыток. Ахиллов. Как что собираешь, так ни одного танка нахуй нету, блядь. Он вечно. Буребек вечно танчит, блядь. У нас коты есть, нету? Да, вон он, один у вас кот есть. Угу. Такс. Криптол где? Раньше наберите. Вокруг хилов. Принимай сумон. Шамп дамасет. Ага, что его в гильдию взять? Или пока не надо? Ага. Ребята, РДДшники сразу в центр, вставайте. Он в дисе? Ага, ладно. Скифку можно сумон? Так, чё ты бафаешь, рарник? Каски, да? Кулаки я бафаю. Кулаки бафаешь. Лингрен каски, да? Я каски докину. Так, сейчас МП5 себе поставлю.
Тебя уберу. Все поставлю. Ту, магу, луку, шаману. Так, все, хватит. Короче, если на замене, ну, посадили, то можно уходить с рейда. Ну, потому что я бы занялся чем-нибудь другим, хотя машину пошел покрутил. Mm-hmm. Если в рейде, да, я с рейда кикну. В конце рейда плюсанете на ИП. Не знаю, okay. Как он Кирсори там еще есть. У Кирсори тоже, по-моему, танк есть, да? Ну, возьмем, посмотрим, может, кто-то уступит. Давай Лингрен почили. Не-не-не, ты угораешь, ты меня с двумя протоварами хочешь оставить. Есть кто-то другой? Другой кто-то, кто почилить может. Маги там, например. Кто-то есть? Invisible. Ну давай Invisible. Тебе дохуя дает. Ну тоже далеко не уходи, вдруг, если кто-то вылетит или будет ДПС, мало надо будет это помощь. Так, ты пока. Выедь с инста, короче, сейчас мы этого сумнем. Так, кто с вас будет танчить? Так, а я рыбу вроде ставил. Так, ну Хукмастер первый, Лингрен вторую, первую копию, а Скифка последнюю. Будьте на конях с Лингреном. Проверка. Рейдж набирайте от хилов, стаки от хилов не ловите. Сейчас разъедьтесь максимально, рейдж далеко куда-то. РДДшки первые там начнут. Милики вон оттуда, где босс пойдет. Вон босс идет. Говорю раньше, от хилов наберите, вы стоите рядом с хилами. Прям, сука, вокруг меня стоите. Вы вообще не понимаете нихуя. 99 стаков, его просто шотнет за два удара сейчас. Ладно, ясно. Смотрите, у меня настроение хуёвое, блядь, после ГМ. Так, там Лингрен, да? Ага, веди за ним, чтобы частицы попадал по тебе. Веди за ним, а то он уходит, блядь, на 500 километров. Вот маг у дерева стоит, который... Ты в центр не можешь встать? Так, скифка забирай. А чё он отхилился? А потому что вы рейндж не держите. Ну заберите копию, алло, блядь. Пиздец. Ой, ёбаный в рот, нахуй. Да, ужас там происходит. Скифка, нахуй, ну. ГП на трэше. Подведи Эллинген поближе к этому, чтобы я его с троих доставал. Ага, нормально. У меня портбайки с утра бигдэм, знаешь. Отхилился босс, потому что вы, сука, рейндж не набираете, блядь, бичи. С утра флешбеки говорю. Сегодняшнего. У меня флешбеки вчерашнего, нахуй. Это самый сложный босс в РСке. Ну что? Халион, блядь, легче. Мы Халиона за меньше трайл прошли. Ой, я всегда за дерево прячусь.
Дайте что-то на ману нахуй. Мидарк, дай на ману гимн. Я сухой, блядь. Друиды вообще есть? Саш, по войду, да, Индер? Бить еще 6 лямов нахуй. И разбредитесь у копии, это и рейндж набирайте на этой хуйне. Вот метки, блядь. Чё, блядь? Ты в Долоран решил уйти, Хукмастер? Ну, блядь, другие, сука, ну они далеко, нахуй. Ну я их через них хилю, блядь. И вот на меня, да, веди? Ну, молодец. Вы хоть смотрите, где хилы-то, блядь. Мы вас не прохилим, если вы так разойдетесь, блядь. Играют похуй на всех, да? Смотрите, блядь. Мы вас проебем, блядь, будет вайп. Ну, так нормально всех троих достаем. Вот же, если есть Синер, ебани... А, у тебя, да. Я понял. Понятно. Минус вар, забери Лингрен, его копию. Забери, вон она идет. Хук забрал. Тут мастера сильнее хилим, на нем два босса. Массакра, блядь, откатилась. Ну. Пиздец, нахуй. Я ебу, нахуй. Что там, блядь? Заходите в инс быстрее. Дайте штрудели возле Савианы. Эти маги. Так, вот рыба. Да я понял. Просто ты когда катишь, уходишь от нас. И там и сдохнешь, если бы мы за тобой себе не бежали. Ну, друль тебя один не поднимет. А все, все готово. Все, поехали, да. Втроем под ебалом, зачем стоите? Пускай один стоит. Стаки Т4 можешь набрать, Хукмастер там сбоку где-то, чтобы не зыбку дать. Воду забежали. Здесь бичевские тапки, конечно. Кто на боссе с вас?
Кто таунт нажмет? Хукмастер. Фир таунт нажмешь, хукмастер? Ну вот и хуй знает, кого с вас оставить в танке. Кто свет танчил? Кто тьму танчил? Ну, я свет танчил только. Лингрен. Тьму кто танчил? Ну давай, хукмастер, тьму тогда. Лингрен, свет. Ну, скивка в ДД. Так, это самое. Кто Лингрен во тьме? Хукмастер. Так, значит, Лингрен свету танчит. А, ну, допустим, так. Хукмастер пишет, он не был, говорит. Ну, хули поделать? Ну, что теперь, разойтись или что? Ну, вы тоже не, подумайте. Ну, он типа знает что-то как. Какие-то, ну, кто-то не знает что-то, кто-то знает. Придется учиться делать, надо проходить. Так, значит, я остаюсь в свету с Геншином. Остальные три хила во тьму идете. Значит, первая, вторая патия во тьме. Третья, четвертая, выходите в свет. Так, кто у нас там в свету есть с голосом? А, в свету-то мы будем. А во тьме кто у нас... Рарник, будешь с этим путеводной звездой. Вот кружок поставил. Можно еще раз? Какая пати в свет? Это кто спрашивает? Мидарк. Ты в свету. Ну, спасибо. Выйдешь в свет после тьмы. Угу. Это. Чек на пол. Заходим за линию. Так, ты будешь начинать Лингрен, да? Ну да, конечно. Хорошо. Так, даю отсчет. Никто ничего не шевелится, танк сначала спулить должен. Ой. Тёр перебежали. Хрюку относи. Скивка, дурачок. Уходите, если посмеете.
командуйте, в тьме меня нету. Метка вышла. Куда ГП закинуть, блядь? Лезвие 2 секунды, нет? Да. За печенькой идем. Куда хук? Там поувереннее говорите, бля, там за печенькой нет. Лезвие веди. После лезвия выйдите. Выходите вон сзади. Не спереди, сзади хвоста. Остановиться надо в тьме. Метеор. Под мордой чего выходите? Тут темный автоатакой бить. Черт, перебежали. Сори, вынеси. Мажгеру дать. Перебежите. Пик вынеси. Мои башни. Молодец, хукмастер, все молодцы. Скивка только в портал, рано так не заходи. Опа, нихуя себе. Кастеры получает. И танковская, да? Угу, неплохо. Ну, чешка шлак, конечно, на танках, но остальное нормально. Ну да. Так, тут у меня проценты не написаны. Попозже напишу, сейчас пока целка будем лететь. Получается, чё? Одеялка. Чешка РДД. А ты ко мне пойдёшь, а? Получается, в рей. Сюда. Да, он хотел её. А надо какой-то аддон ставить, чтобы тут видеть что-то. Ну, ПГП лут мастер называется. Угу, есть, у меня надо запустить. Так, ну летите в ЦЛК сейчас. Я не знаю, в принципе, без процентов, понятно, но я напишу сейчас проценты. И это, можно поменять еще этот, как его, заметку у меня? Это судорога, говорит. Там не альт феррат, а просто Серега Шипа. Ну, это... Поменяйте кто-то сейчас. Так, настрою этот ПГП, блядь. Чё, слетел? А на этом персе не написано просто. А, ну понятно. Так, кнопки.
4, время 15 секунд я ставлю. Вот это, кстати, интересная галочка. Показывает только первого кандидата для карты. Хотя не, зачем? Надо же всех видеть. Первого кандидата, типа, кто нажал? Пере... Не-не-не, кандидат. Приоритет у кого, наверное, выше. А. Так, все видят ваше окошко, это мне не надо, блядь. Бля, опять ошибка. Все, теперь должно быть нормально. Ну-ка, а как проверку-то устроить? Ну-ка, сейчас. Сейчас мы устроим, блядь. Это что, блядь? Бурибай, у тебя там это... Активация. Что у вас там показывает? 10.50, grid pass, все правильно. Я тебя могу кикнуть и обратно взять. Короче, в конце CLK уже буду за RS-ку IP давать там, чтобы замену под 10 раз не просить заходить. Так что, есть там суммон в CLK? Да. Там смотрите, бидон, если что-то надо, тебе там это самое.